привет! Близятся выходные, а значит, пришло время афиши. В этом выпуске три способа получения эндорфинов, о которых расскажу вам я, Анна Троян. Такие фиксики, я думаю, это уже ни для кого не секрет. Подружиться и пообщаться со знаменитыми персонажами приглашаю в Космополис. Веселье на полную катушку закатят в субботу. Но не только безудержное веселье ждет юных любителей развлечений. Приходите на час пораньше обычного, и ваши чада познают, что такое первая медпомощь и аптечка. Совмещайте приятное с полезным. Хитрый и пушистый кот в сапогах. Помните такого героя? Восполнить пробелы в памяти у взрослых и показать малышам яркую сказку Шарля Пьеро предлагает Томилинский театр «Чердак». Нарядный котейка стал лучшим подарком и помог устроить жизнь своему хозяину. Эх, всем бы таких котиков. Поэтому по-любому идем просвещаться культурно в субботу. Тем более далеко ехать не придется. В люберецких парках, как и обещали, будет живенько до морозов. Пятничным вечером музыканты навеют ностальгию песнями из любимых фильмов. А нам все равно, если у вас нету тещи. Ладно, без спойлеров. Встречаемся в 6 вечера. В субботу утром все на пробежку. Парк «Ран» на Наташинских прудах продолжает объединять единомышленников. В Малаховский парк днем придет проект «Парковый спорт», так что все бегом присоединяться к открытой тренировке под руководством чемпионов. На этом наш выпуск подошел к концу. Я Анна Троян. Желаю вам теплого уикенда и сладкого ноября. Пока-пока.